Привет! Я решил записать влог. Вообще абсолютно просто такой внеплановый влог. Может что-то и получится на iPhone, не на GoPro, потому что GoPro у меня нет с собой. Вот, сейчас иду в районе где-то Войковской, вот тут строится мост. Сейчас мы пришли на спортплощадочку позаниматься, погода все та же. Фиговая, очень холодно, где-то градусов 12. Вот, я в футболочке, потому что тип спортсмен, вот моя кофточка. Короче, погнали заниматься, вот. Такой типа конец августовский влог. Мы хотели тут украсть самокаты, но вот их уже украли. Вот тут два самоката стояло. Но можно украсть велик, в принципе. Гуляем по району. Здрасте, здрасте. Здоровчик. Привет, ребят. Сейчас я в парке, вечер того же дня. Сейчас гуляем, катаемся. Ну, точнее, я катаюсь. Решил на велике прокатиться. Давно не катал, вообще уже пропал интерес к катанию на велике. Сейчас темно, где-то полдесятого. Вот у нас есть такая колоночка. Вау, как тут темно. Ну, вот это моя. Что там вообще? Дай посмотрю. Дерьмо. Йоу, ребят, сегодня следующий день, 22 августа. Сейчас еду в тех местах, в которых раньше жил. Вообще класс. Погода сегодня отличная. Сегодня я вот не на велике, на скейте. Я помылся, короче, вот так себе сделал, вот так сделал. Блин, Валя, пацан, смотри, тут лужа какая, пойдем. Вот реально очень классно. Машинки ездят. И девочки, если что, у меня теперь точно нет девушки. Вот просто я в некоторых видео говорил, что она есть, но то ее нет и так далее, да, но вот ее вообще нет. И, короче, если что, можете написать в ЛС мне. И, ребят, вот эти отношения все, это просто ужас вообще полный. Вам хорошо вместе, да, вы гуляете, там, привязываетесь к друг другу, но в любой момент, 99 случаев, 99 из 100 приходится момент расстаться. И это полный пиздец, потому что вам потом херово будет. И вообще никогда не привязывайтесь к человеку и просто... Когда вы расстаетесь, ну просто, бля, забейте и все. Ну это сложно, конечно, но так будет проще и вам, и тому человеку, с кем вы расстались. Вот. Ну потому что все эти молодые отношения, это все полная херня. Вот, я так считаю. Да, Семен? Да. Вообще как бы все это вообще полная параша, поэтому свободные отношения. Вот же зацените наши кроссы, вот. У меня адики, флюксы, всем хороший раунд. Ага, 20.08, центр, зал, я, Москва, я. Отжал фишай, короче, и вот пришли в детский мир центральный, тут есть подиум Барби. Я решил навести красоту, вот тут есть расчесочка, вот, и вот можно покраситься вот так вот, точнее, причесаться вот так вот, хорошо, чтобы было прекрасно, чтобы вот так вот было. Блин, это ж крест. Ага, центр. Офигеть, ребят, смотрите, там пасут кого-то. Козлов, что ли, или овец. Вроде на козлов похоже. На козлят. Вот. Обычно раньше такого не было. Ой, какое тут небо красивое. Красная площадь, красиво. Мои друзья даун. Это вообще главный даун. Но зато я неплохо рисую. Он рисует отвратительно. Я не умею рисовать. Он не умеет рисовать, он просто качок. Здорово. Сегодня 27 августа, уже ходил в школу, забирал учебники. Все, пришли с ребятами вот на пирс, я сел, главное не упасть.
будем хавать чипсы и вот пить. Это, вот, отдыхаем, в общем, проводимся последние дни лета в спортивной одежде. Вот, красиво тут. Ну, знаете, уже какой-то парк по-любому. Вот. Еще надо сходить за тетрадками в Ашан. Решили сфоткаться, вот Влад тут мастер на все руки, короче. Да ну это поебота, блигийская, не хочу, на. Здорово, я снова на Красной площади, вот. Сейчас идем в оружейную палату с Сергеем. Начало в 14.30, а сейчас 14.38. И вот такая очередь. Ну там ничего не написано, можно снимать, фотографировать нельзя. Вообще нигде не было написано. В итоге я решил пофоткать, поснимать видосы. Ну, беспалево, да? Ну потом уже вроде никто ничего не говорит, нигде не написано, то что снимать нельзя. Не стал скрывать, что я снимаю. И ко мне подбегает тетка такая, нельзя снимать в оружейной палате, запрещено. И такого, вообще-то нигде не написано, такая на входе написано. Ну да, в итоге на входе было написано и все, и больше нигде не написано. В общем, в оружейной палате не очень прикольненько. Но мне понравилось там кареты и бронебойный конь с броней, западноевропейский. Вот, а русский конь, он без брони. Маринка моя сладкая, здорово! Ну, короче, с Андрюхой легли спать, где-то, он где-то спит там. Давай, вот. Вот я тоже валяюсь. Предпоследний день лета. Вот так его надо проводить. Мы спим. Бля, ты с кем ты разговариваешь? Я видео снимаю. Поехали. Хорошо мы лето проводим предпоследний день? Я вообще просто, блин, кайфово. Я вчера всю ночь, точнее, сегодня всю ночь бухал. Слышь, Андрей, дебил! Слышь, не падай, придурок. Да, Андрей, поссал? Я поссал, девочки! Ну, типа, короче, последние дни лета, чтобы не сидеть дома, я пошел сюда. Сегодня ночью я почему-то не с ними сосался вообще, ни с кем, не понимаешь вообще. А вот сейчас с этой камерой пососусь. Все. Бля, ты заебал ронять дудень. Пососи с ним. Бля! Все. Эти там, короче, две или три радуги вообще. Вот. Ну, вообще, да. Ясно. Это тройной с сосами. Йоу, ребят, я подстригся, короче, бля. Лужи, везде осень начинается, просто жесть. Вот арбузы, дыни, короче. Я подстригся, сейчас еду за брюками себе на 1 сентября. Привет, ребят, сейчас где-то, ну, около 9 часов. Тебя и... почти не видно. Да, я знаю, мы в парке, мне фигово видно. Тут есть такой экран, тут показывают кино. Можно посмотреть кино бесплатно. Вот, идем, я иду на турники, короче. Ну как бесплатно, пока ты сидишь кто-нибудь под лавочкой, у тебя бабки отжимают. Да. Я, например. Привет, я Ваня, и я сейчас смотрю на бомжа. Наконец-то приехал домой. Я гулял 10 часов, с часу до 11. Классный сегодня день. Насыщенный, прекрасный, веселый и не зря проведенный. Ко мне в квартиру просто так не попадешь. Тут надо открыть две двери, еще там внизу открыть дверь. Вот. Короче, завтра последний день лета. Я на даче. 31 августа. Приехал за скутером, вот, в Москву его отвезем. А то сейчас осень хватает, он замерзнет тут. Вот, прекрасная погода, где-то 20 градусов. Понедельник, 31 августа. Ну уже, давай. О, все, здравствуйте. 1 сентября.
Вот, вот. Все, я вас поздравляю. Просто поздравляю, лето закончилось, и поэтому влог тоже заканчивается. Короче, подписка на Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте и мой канал. Я немного требую, ребята, еще лайк поставьте, пожалуйста, и задонатите мне пару тысяч рублей на Киви кошелек. Всех поздравляю, ребят, с сентябрем. Хорошей вам учебы. Короче, всем пока, сентябрь пришел, все счастье, радость и любовь. Вот. Счастье-то какое.